Это которые все люди ходят в кино. И там показывают всякие мультики страшные. Вот дети мне не усыстают страшные фильмы смотреть. Это которые показывают. И все его смотрят. Ну, берут, делают много кадров, потом их соединяют. Там может что-нибудь происходить в кине. Кого-нибудь кто-то ударить или прищемить руку. Или ногу. Или вывихнуть совсем. Даже и сломать. Что-нибудь захватывающее для взрослых, чтобы они радовались, что зло проигрывает, а добро побеждает. Помню, видел такое кино про гориллу. Эти аборигены однажды схватили девочку. И девочку повесили жарить на костре. Огромном таком, на скале. А тут в кустах что-то зашевелилось и выпрыгнула горилла.